Уже второй год подряд в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы работает летняя школа русского языка. 30 слушателей из 13 стран Европы и США в течение 3 недель будут изучать русский язык. Участниками школы стали студенты, аспиранты, преподаватели, представители различных компаний. В нынешнем году существенно расширилась и география участников, и их возрастная категория. Очень приятно, что в этом году география расширилась на 7 стран больше приехала. Также и расширилась возрастная категория людей. Если в прошлом году нашему старшему участнику было 36 лет, то в этом году уже 59 лет, и это такой участник не один. Летняя школа русского языка – это 3-недельная культурно-образовательная программа для тех, кто хочет изучить или усовершенствовать русский язык, а также познакомиться с новой для них культурой. Уже второй год подряд в летней школе работают волонтеры, которые и помогают зарубежным гостям освоиться в Беларуси. Мы общаемся с ними практически круглосуточно, не только во время работы летней школы, между экскурсиями, во время обеда, когда у них свободное время, выходные дни, мы практически все время находимся рядом. Если кому-то нужна помощь, что-то непонятно, мы всегда подойдем, объясним, поможем, подскажем, покажем. Главная задача волонтеров – помочь иностранным гостям в адаптации. Приезд, встреча, расселение, знакомство с городом и образом жизни. И с другой стороны, это незабываемый для них опыт. Очень интересно не только как для студента, но и как для самого человека. Узнать что-то новое, познакомиться с другими культурами, улучшить свои коммуникативные навыки, знания. Великолепная возможность завести новых друзей из разных уголков мира. За несколько дней пребывания в Гродно иностранцам уже полюбился город. А на вопрос, почему вы изучаете русский язык, отвечают, не задумываясь. Я уже работаю преподавателем. А если я, когда я домой в Китае, я буду сказать моим студентам, но как выглядеть Гродно, как Гомели, но здесь красиво, добрые люди, я буду сказать. У вас как небо синее, но воздух свежий. Так мало людей, так много красивых зданий. По-моему, я люблю русскую культуру, и потом я выбираю русский язык. 2 августа состоялось открытие летней школы. В торжественной и в то же время дружественной и теплой обстановке участники школы познакомились друг с другом, с преподавателями, рассказали о себе, о своей родине. Впереди у слушателей летней школы усердная учеба и насыщенная культурная программа. А мы, в свою очередь, желаем им успехов и пусть лето 2016 года запомнится друзьями, весельем, добром и приятным времяпрепровождением.